Развитие сотрудничества в сфере оказания юридических услуг и защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, установление контактов с ведущими китайскими юридическими компаниями. С такой целью 19-26 декабря специалисты Министерства юстиции Республики Узбекистан побывали с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. В состав делегации вошли также представители Палаты адвокатов Узбекистана, практикующие адвокаты и нотариусы. Презентация инвестиционного потенциала Узбекистана. Она в себя включила и информацию о гарантиях, предоставленных для иностранных инвесторов законодательством страны. Ознакомили и ими китайских партнеров специалисты ведущих юридических компаний Узбекистана. А представители Министерства юстиции проинформировали участников встречи о реформах, проводимых в нашей стране под руководством президента Шавката Мирзиёева. Поворотный год, а за ним следующий. Тот, который поддержит активное предпринимательство, инновационные идеи и технологии. Говорили о проектах, которые наметили реализовать в 2018-м. В рамках визита прошли семинары в Центре подготовки ШОС, встречи с представителями Министерства юстиции КНР, визиты в Ассоциацию адвокатов и Восточную нотариальную контору Шанхая, а также в Управление юстиции и Ассоциацию адвокатов провинции Жэцзянь. Итог же этих мероприятий – меморандум о сотрудничестве между Палатой адвокатов Республики Узбекистан и Шанхайской ассоциацией адвокатов. Кроме того, ведущие юридические компании Узбекистана и Китая договорились о представлении взаимных интересов на территории сторон, защите прав и интересов китайских инвесторов в Узбекистане.